Одесса может потерять очередной памятник архитектуры. Изящный особняк, дом Петровой на Морозлиевской разрушается. Местные жители бьют тревогу, но не верят, что кто-то сможет им помочь. Личных денег на содержание здания давно не хватает, а ЖЭКи и чиновники не обращают на проблему никакого внимания. Подробности в сюжете далее. В этот дом часто водят туристов на экскурсии, несмотря на то, что памятник архитектуры на Морозлиевской разрушается уже более 50 лет. Жильцы дома стараются следить за его состоянием, но на все сил не хватает. Здесь жильцам часто приходится прогонять туристические группы. Люди говорят, им просто стыдно за состояние их дома. Одесситам не хватает личных денег на ремонт здания. И они устали обращаться к городским властям за помощью. Не могут больше слушать и сотрудников ЖЭКа с единственным ответом – финансирования нет. Просим, чтобы помогли сделать нам ремонт. И фасад сохранить это прекрасное здание. Куда вы обращались? И сколько раз? Как долго обращались? В ЖЭК. Дом Петровой на Морозлиевской нуждается в реконструкции еще с 60-х годов прошлого века. И, чтобы никто об этом не забыл, здесь установили памятную табличку. Кроме обещаний, потом говорили, что будет перетурбация этих ЖЭКов, там поменяют на другой вид управления. Все, значит, не произошло, все осталось по-прежнему, но все равно на дом никто не обращает внимания. Я уже говорила, что на всей Морозлиевской наш дом и еще и 38-й в самом худшем, самом плачевном состоянии. Дом Петровой был построен в 1901 году. Этот когда-то изящный особняк с ажурной оградой, башенками, эркерами, протяженными по фасаду балконами и красивыми карнизами совсем скоро может остаться только на фото. Яна Нестеренко, Алексей Барановский, 7 канал.